Шедевры старых мастеров в новом свете. Под таким девизом сегодня после реконструкции открылся отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. В старинном особняке на улице Константина Иванова установили новую осветительную систему, которая в прямом смысле позволит по-новому взглянуть на произведения великих художников. Этот старинный особняк купца Ефремова 1911 года постройки сам является уникальным памятником архитектуры. Сотни произведений искусства и внутри здания. Оригиналы картин Левитана, Поленова, Кустодиева, Шишкина. Вот уже 20 лет здесь размещается отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Гости нашего города, жители Чебоксар, когда приходили в наше здание, они всегда восхищались самим зданием, восхищались этими картинами, но всегда замечали, что вот вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. Ну, конечно, мы понимали, что это вот чего-то, это свет. Выйти в свет этим полотнам удалось лишь сейчас. Особый профессиональный точечный свет подчеркивает каждую картину. На чем сделать акцент, какое произведение высветить полностью, а на каком подчеркнуть лишь деталь, решала заведующая отделом. Лада Александровна с детства проводила здесь время и буквально впитала в себя любовь к живописи. Освещение произведений изобразительного искусства – дело непростое. И бывает очень трудно подобрать подходящее освещение, чтобы, с одной стороны, выразительно подать картину зрителям, а с другой стороны, чтобы это не вредило самому произведению искусства, потому что лишний свет может пагубно сказаться на поверхности красочного слоя. Компромисс по оптимальному сочетанию искали месяц. И вот теперь постоянные посетители могут по-новому взглянуть на любимые картины. Вот это полотно мое любимое, это Василий Максимов, называется «Все в прошлом». Вот у этих двух женщин прошлое было разное, но состарились одинаково. О чем эта картина? О том, что жизнь нужно проводить в труде, и не нужно думать только о развлечениях, потому что вот к чему это может привести. Любовь и труд – это то, что человека облагораживает и дает ему силы жить. В этих небольших залах по-домашнему уютно и тепло. Быть может, и вы заглянете сюда на несколько минут, а останетесь на часы. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика.